Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в приманочку на серии Мазинка Реплей, первый серий, мы ник здесь Кирилл Путбуль. Итак, друзья, сегодня снова серия, и сегодня мы будем покупать новые машины к нам в Фому, Family Кирилл Гейм. Будем покупать новые тачки, дорогие машины будем покупать, ну не прям пиздец дорогие, но не дешевые, так сказать. Давайте я, наверное, возьму волчок. Сейчас нужно, короче, доехать до банка, положить деньги и потом уже покупать машины. Спасибо большое Тимохе Домино, он в общак положил 650 тысяч. И большое спасибо Матвей Путбуль, он тоже положил 800 тысяч в общак. Я эти деньги снял, они у меня на руках. Вот все деньги, какие мы вместе все заработали. Ну это я, Тимоха и Матвей подогнал денег, короче. Долго, конечно, я собирал, чтобы купить эти машины, но все-таки я думал вообще купить себе какую-то машину, но решил все-таки снова вложить деньги в Фому, хотя я уже реально заебался это делать. И, наверное, сделаю так, что мы не будем реально уже все, рыжиков точно брать не будем, уже в Фоме больше, чем 200 человек, пацаны. Сейчас я вам это покажу. Так, пишем Фе-меню. Так, информация, вот, 206 человек уже в семье, понимаете, пацаны, это просто пиздец. Сейчас иди до банка, я положу деньги и поедем уже купим три машины сегодня мы купим. Блин, ну я не знаю, какие купить. Я думаю, купить Range Rover Evoque и две Subaru. Либо купить X5 и две Subaru. Либо купить вообще один SVA и все. Вот такие у меня размышления, короче. Ну ладно, сейчас доедем. Уже потом поедем к особняку обратно и уже там решим, что делать. Так, давайте ложим деньги. Так, общак семьи, внести деньги. 5 700 000. Вложим в общак, все, снялись деньги, короче. Теперь можно ехать к особняку. Ну что ж, давайте продадим машины, которые нам уже не нужны, чтобы заменить на новые, какие мы будем покупать. Пишем команду Фе-меню, управление транспорта, список. И в первую очередь продадим фургон. Вот он, GMC. Бишу постоянно местоположение машин меняют, короче, после рестарта сервера. Но так все заебись. Все, продали за 560 тысяч, окей. Так, купление, список. И покупаем сейчас X5 за 3 миллиона, пацаны. Еще бы найти его бы где-то. Так, BMW X5M, он подписан вообще. Но так, у меня это X5 обычный. Давайте найдем его, наверное, на следующей странице. Так, BMW 850. Вот, BMW X5M. 3 миллиона. Покупаем. Вот он появился, короче. Сейчас продаем Линкольн и покупаем вместо них Субары. Так, пишем также Фе-меню, пролетарс, список. Так, Линкольн. Продаем один. И сейчас продадим второй. Так. Так, список, Линкольн. И продать. Все. Пишем пролетарспортом. Потом список обратно и выбираем Subaru. Сейчас найдем за лям с половиной. Она стоит, короче. Subaru стоит лям с половиной. Ну, блин, где ее найти? Mustang, Supra, GMC. Так, идем дальше. Subaru, вот, Subaru берем. Все, купили одну Subaru. Сейчас купим вторую Subaru. Транспортом, так, список. И покупаем еще одну Subaru. Конечно, денег уходит сейчас много, да? Все, еще одна Subaru, все, покупаем. Так, и она появилась вот. Вот теперь две Subaru у нас есть, короче. Вот такие вот красавицы. Потому что многие просили Subaru купить в Фоме на сервере. Поэтому вот две Subaru, короче. Итого мы потратили, пацаны, 6 миллионов. И в общаке осталось у нас 840 тысяч. Ну, пока что, пацаны, там все, потому что, ну, я, блин, заколебался деньги в Фому влаживать, короче. Я думаю, в такой автопарк уже достойный. Я не знаю, сколько у нас выходит. Давайте я сейчас список зайду в дом, чтобы нам никто не мешал, и посчитаю, сколько у нас денег вышло на все машины. Так, считаем, два лансера это уже, так, вот, 4 миллиона, потом 6,5 миллионов. Так, 6,5,
7, 11 миллионов получается. Так, 12,5 миллионов. Так, 12,5, 13, 14 миллионов. 15,5 миллионов. И 15,5 миллионов. Так, 6, 7, 8, 17,5 миллионов. Автопарк, пацаны. Просто 17,5 миллионов, пацаны. 17,5 миллионов. У нас выходит автопарк. Это просто пиздец. Ну что ж, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Кто хочет нам семью, пацаны, обязательно ставьте фамилию Путбуль. Это просто обязательно от 5 уровня. Сделаю так пока что. Потом, может быть, будем повышать уровень. Кто хочет нам фому, все контакты в описании. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.